Музейно-выставочный центр «Когалыма», Государственный академический малый театр России и Когалымский политехнический колледж готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. Инициаторами деловой дружбы выступили педагоги. Документ поможет в дальнейшем интегрировать в образовательный процесс культурный аспект. Накануне состоялась первая экскурсия в рамках соглашения. Студенты колледжа побывали в культурно-выставочном центре Русского музея на выставке, посвященной великим артистам Государственного академического малого театра России «Стая славных». Сегодня здесь присутствуют три стороны. Это сторона нашего театра, малого театра, которая находится на территории города Когалыма, филиал которого находится, и, соответственно, музейно-выставочный центр, культурно-выставочный центр и колледж, который пришел к нам сюда посетить выставки. И вот как раз синтез искусств, это все говорит о театральной составляющей. В рамках соглашения студенты получат возможность посещать культурно-просветительские мероприятия, выставочные проекты. Работники музея, в свою очередь, смогут чаще бывать в колледже и рассказывать слушателям о краеведении, истории города и развитии нефтегазодобывающей промышленности в Западносибирском регионе.